Всем привет, с вами Клонова Анна, проект Faberlic Online, и это видеообзор заказа по 15-му, получается, каталогу. Ну, во-первых, конечно, хочется вам показать, мне вручили такой вот маленький мини-чек, симпатичный, да, то есть это действительно мой годовой доход, без квалификационных бонусов, без бонуса стабильности, без бонуса развития, да, то есть чисто доход, чисто вот то, что я зарабатываю, да, вот если... международный директор не будет делать 100 баллов, то вот такой доход он 100% будет в год зарабатывать, да, то есть сами посчитайте, сколько это в каталог, да, и я считаю, что этого достоин каждый, разрешите себе столько зарабатывать, поработайте год, два, три на результат, и результат не заставит вас ждать, если вы на него поработаете, вот. Ну что ж, каталог 16, конечно, меня очень сильно покорил. Хочу попробовать вот это вот платье, да, то есть, ну, цена, конечно, кусачая, но ничего страшного, могу себе позволить. Очень хочется его попробовать, оно просто шикарное. У меня ни разу не было вот такого классного изумрудного платья из кружева в пол, да, буду надеяться, что оно мне подойдет. Размерный ряд идет от 40 до 56 размера, поэтому я думаю, что все цвета будут вообще классно. Вот, это платье тоже мне очень понравилось. Это платье у меня просит померить моя дочка. Вот это тоже дочке захотелось примерить. Вот, это как-то вот никому у нас из семьи не понравилось. Никто не захотел его, хотя тоже, в принципе, оно довольно-таки симпатичное, да, но вот как-то вот мимо все прошли него. Бархатное платье вот у меня присмотрела свекровь, будем мерить, смотреть. Мне кажется, что и не подойдет черный цвет. Синее платье, конечно, синее платье — это моя любовь, я их люблю всякими разными, я их люблю в них ходить, я не считаю, что оно какое-то праздничное, я считаю, что это просто платье на повседневку, да, то есть просто хорошего качества платье, да, дизайнерская игра с фактурами, в которой рождается модное платье, заканчивается твоей победой, ты выглядишь потрясающе. Вот, в принципе, вот это, мне кажется, это ежедневочка такая. И вот это платье, сомневаюсь, как оно будет на мне смотреться, но хочу попробовать заказать, примерить, да. Вот, ну, это, конечно, мои любимчики, и дальше уже обычный каталог Faberlic идет, и в конце вот еще есть несколько там новиночек, уги, обувь и так далее. А, ну что ж, что хочется сказать, ну, во-первых, мне вложили 3 или 4 купона, у меня сейчас все прям кучей в сумке, поэтому я не могу сказать точно, сколько купонов мне подарили, но в итоге, как бы, я эти бумажки просто выкидываю, потому что они автоматом отображаются в личном кабинете, и я тем, кто у меня покупает, в принципе, прям в кабинете показываю, что у тебя скидка, можешь взять, да, вот, можешь взять, вот. Поэтому не дарю я своим покупателям данные купоны. И вообще у меня покупатели нечаянно откуда-то взялись. Вот, ну, во-первых, давайте начнем все-таки о заказе говорить. У меня сегодня просто такое хорошее настроение. Хорошо очень на форуме погуляли. Запустили квестовое обучение для топ-лидеров. Тоже я очень рада, что все-таки мы собрались и это сделали. Хотя уже через несколько дней мы летим в Доминикану. Но я хочу максимально успеть сделать побольше заданий. И драгоценный состав проекта, кто остается и не летит. Ой, в Бали. Кто не летит в Бали от компании бесплатно. Да, я с удовольствием как бы попрошу их, чтобы они меня проверяли. Итак, концентрированный стиральный порошок для шерсти деликатных тканей. Он действительно бережно относится к волокнам тканей, дерматологически протестирован, биоразлагаем, не содержит фосфатов. Одна упаковка равна 2 килограмм обычного порошка. Вот, значит, вот на него очень крутая аннотация. Пользуюсь им несколько лет, ни одна вещь не была попорчена, поэтому как бы могу эту вещь рекомендовать. Он идет 500 грамм, артикул 112-45, да, то есть вот все прям аннотации вам сейчас сфокусирую, можете ставить на паузу, читать в свое удовольствие, да, то есть я вообще вот горда, что компания Faberlic делает такую продукцию. Итак, следующий порошочек у нас идет вот такой вот стиральный, он идет универсальный, с ароматом «Морозный день». Вот, довольно-таки приятный, тонкий, не бьющий в нос аромат.
Да, тут написано, что вот так вот надо разрезать. У меня как раз порошок уже закончился, поэтому я решила снять обзор. Вот. Он такой вот светленький, очень приятный аромат, действительно классный, от него не хочется чихать, даже если вы из пачки его вдохнете. А, так, значит, он подходит для белых и большинства цветных тканей, биоразлагаем, не содержит фосфатов, не вызывает аллергии. Он действительно гипоаллергенный, подходит для всей семьи. Вот артикул 115-36, но если, конечно, у вас детки очень сильно аллергичные, да, то у нас есть линейка 0+, и уходовая, и для стирки, и для мытья детской посуды, и так далее, да, то есть очень такая достойная линеечка, да. Вот, вот такой вот порошочек, как им тут пользоваться, что с ним тут делать, да, то есть и вот как бы он действительно хорошо стирает, здорово стирает. А недавно как-то, помню, был спор, что порошок стал стирать хуже. Так вот, Алексей Геннадьевич Нечаев сам лично разбирался в этом вопросе и сказал, что так получилось, что ложка мерная, которая шла к... в подарок к этому порошку, она была меньше дозирована, да, меньшей дозы, и порошка мы добавляли по инерции меньше из-за того, что вот так получилось, да, у компании, да, то есть вот и повесили объявление на сайте, что вот просто ложите, ну, грубо говоря, полторы ложки, и тогда у вас все будет хорошо. Вот, потому что порошок, он наоборот, он улучшен, да, еще плюс он ухаживает за машиной, то есть никакие колгоны там, ну, и типа этого не нужно использовать. Далее, вот такая вот новинка, водный спрей для разглаживания белья. Облегчает глажение белья, защищает волокна ткани от термального повреждения, придает приятный аромат. Вот, артикул 112-85, спрей для разглаживания предназначен для облегчения глажения белья, в том числе пересохшего, сильно мятого белья, а также белья из плотных льняных тканей. Формула содержит в своем составе компонент на основе растительного белка, который защищает волокна тканей от термального повреждения, вызванного глажкой, улучшает гладкость волокон, снижает качество складок, количество складок при носке. Подходит для разглаживания вещей из легких тканей без использования утюга. Да, то есть попользовались, да, побрызгали, и складки нет. Тоже прикольно, конечно. Вот, снимает статическое электричество с различных синтетических тканей. Придает вещам приятный цветочный аромат. Аромат действительно еле уловимый, классный, клевый. Так, тут идет 250 мл, артикул 112-85. Это такой вот спрей, да, то есть вот такой вот просвечивающий спрей. Ой, ну аромат действительно прям такая свежая, приятная свежесть, но не морская свежесть, а, знаете, такая вот аромат чистоты. Вот, аромат чистоты, я бы так сказала. Так, это подарок за рубль по программе «Твой бонус», да, то есть мне, по-моему, 4 подарка, но сейчас мы с вами начнем и... потихоньку я вам расскажу, где какие подарки, может, даже не в этом видео, да, но постараюсь больше получаса видео это не делать. Значит, смотрим, это питательный шампунь, роскошная мягкость. Помню, как-то я его тестировала, он мне особо не понравился, но вот сейчас вот его опять-таки протестирую, в пустых баночках вам потом подробно расскажу, да. Артикул 86-69, 200 мл, мне не хватило его моющих способностей. То есть он нормально пенится, он нормально смывается, все хорошо, но как будто вот мне показалось, что он не промывает мою голову. Да, то есть вот какой-то есть вот такой вот память о нем такая нехорошая. Вот, но я не уверена, что я именно об этом шампуне сейчас говорю, поэтому я не могу сказать точно. Аромат у него, конечно же, очень классный. Так, он у меня пока что запакованный. Да, аромат у него безумно классный, я прям в этом уверена, потому что я очень люблю пену этой линейки. Пена просто суперская, в ванной лежать одно удовольствие. Ну да, миндальное такое молочко, сладкое миндальное молочко, прям действительно супер-супер. Прям, знаете, натуральный аромат миндаля. Я вот даже сегодня вот кушала как раз вот миндальчики, да, и я вам могу сказать, что прям вот один в один
аромат нисколько не химозный, вообще классный. Далее, значит, вот такие перчаточки для экспресс-маникюра. Написано: быстрый эффективный маникюр, интенсивное увлажнение, смягчение, уход за кутикулой. Люблю их, обожаю их, и вообще они мне очень нравятся, и заказываю их уже из месяца в месяц, из года в год, наверное, артикул 2178, а для меня это уже не новинка, да, то есть они наносятся легко, да, моем руки, вытираем насухо, потом одеваем перчаточки, тут вот есть такие, как пристегивалки, они не сенсорные, в телефоне вы с них не посидите, трубку не возьмете телефона, если он у вас сенсорный, да, и... Что хочется сказать, кожа действительно становится нежной, мягкой, мелкие морщинки исчезают, и это просто супер, особенно вот после отдыха хочется ручки восстановить, потому что руки больше всего горят, загорают, да, мы их чаще всего моем, не всегда солнцезащитку наносим, да, все равно, да, около бассейна бегаем в туалет, там руки помыли, не нанесли, да, то есть руки больше всего от солнца страдают, поэтому вот я когда куда-то еду, я всегда потом... приезжаю домой и делаю вот такие вот перчаточки. Перчаточки прям они того стоят. К сожалению, на складе не нашла носочков. Носочки вообще сказка. Не знаю, куда они делись. Может быть, на обновление, или их сняли с производства, или их временно нет. Я не знаю. Так, далее, в подарок по программе Faberlic Club я заказала обычный черный чай 20 пакетиков, без всяких привкусов, могу сказать, что он не терпкий, он не крепкий, вы не дождетесь прям, чтобы он вязал у вас во рту, то есть этот пакетик рассчитан на одно применение, тут 20 пакетиков, артикул 151-27, он мне просто нравится, потому что он не крепкий, да, то есть я не люблю крепкий чай, и поэтому он мне и нравится, в принципе, да, пару пачечек заказала. Далее я пробовала я протирать салфетки вот такие вот, такими салфетками экраны мониторов, да, у нас 3 монитора, 4 даже, у Вики же еще ноутбук есть, но они не только для мониторов идут. Действительно, разводы не оставляют. Действительно, салфетки классные. Артикул 112-49. Сколько же их тут штук? А, вот 30 штук написано. Аромат у них, конечно же, такой... Ну, есть такая химозность какая-то, да, то есть не очень-то приятный аромат, но чистят они действительно хорошо. Значит, что тут указано в данной новиночке, что это влажные салфетки подходят для удаления пыли и загрязнений с различных экранов, бытовых телевизоров, LCD-экранов, плазменных панелей, мониторов, ноутбуков, а также для очищения оптики, стеклянных поверхностей, копировальных аппаратов и сканеров, пластиковых частей монитора, клавиатуры, мыши. Обеспечивают деликатный эффективный уход, не оставляют разводов, устраняют статическое электричество. Вещь, правда, классная. Буду еще раз заказывать. Сейчас на данный момент я пользуюсь другими салфетками другой фирмы, но в нашей компании их не было, да, то есть я купила их. В принципе, они довольно таки долгоиграющие. Далее покажу вам вот такой феерик Emantination, или как-то вот так, да, то есть до сих пор не знаю название нормальной парфюмерной воды, подскажите мне, пожалуйста, дорогие зрители. Аромат точь-точь вторит, это просто обалденный такой сладкий аромат, как вы видите, он идет без защиты, да, защиты тут не было, поэтому не пугайтесь при покупке. Ой, ну просто супер, прямо такой вот сладкий, нежный, женский аромат, просто обалденный, артикул 84-12, тут идет 150 мл, он очень хорошо пенится, и вот эта вот серия парфюмерная у меня не сушит кожу. Что очень приятно. Она действительно не сушит кожу. Мне это нравится. Далее, вот такие вот влажные салфетки для снятия макияжа. Новинку заказала. На основе мицеллярной воды. Увлажняет, тонизирует кожу лица. Не содержит спирта. 15 штук. Действительно хорошо справляются с макияжем. Я уже их протестировала. Да, то есть обычные такие беленькие, светленькие. Да, довольно таки увлажненные. Приятный у них очень аромат. Да, то есть еле такой уловимый, как в принципе вся серия, вот эта вот кислородная серия идет. Так, артикул у них 0287,
Так, значит, что тут указано? Салфетки предназначены для удаления макияжа и загрязнений с кожи лица. Бережно очищают и тонизируют кожу, не содержат спирта. Вот такие вот они. Ну, знаете, универсальные салфеточки, которые, в принципе, в дороге и везде могут пригодиться. С макияжем справились на отлично. Далее, значит, вот такой вот шампунь Black Detox с углем. Он черный, он действительно прям черный-черный. Поэтому, как бы, когда его люди покупают, люди удивляются, конечно. Вот, потому что он действительно удивительный. Да, то есть давайте с вами посмотрим. Да, то есть вот он такой, еще и с блесточками, с какими-то, да, с какими-то вкраплениями такими симпатичными идет, да. Он такой густой, хорошо пенится, действительно очень хорошо промывает голову, прям до скрипа. У меня у Катюшки жирная голова, она им моется пару раз в неделю, наверное, вот им. Артикул 8961, его вы часто как раз видите в моих пустых баночках, и это действительно классно, классный такой он, вот, мне понравился, и аромат у него такой приятный, сладкий такой, шампунчик. А далее взяла вот такую маску, вот, кстати, вот еще один купон у меня тут в сумочке валяется. Взяла такую вот маску, люблю ее, уважаю, она идет 40+, но на вебинаре Рима Корнеева нам говорила, что если коже не надо, она не возьмет, поэтому не бойтесь, используйте. Поэтому я как-то вот не боюсь, использую. Она идет глиняная, ее нужно наносить толстым слоем на лицо, и лучше всего такую масочку сдабривать каким-нибудь спреем. Да, у нас три вида спрея с вами сейчас появилось, поэтому я думаю, ну, именно для лица. Поэтому я думаю, что вам понравится использование данной маски. От нее кожа светлее, это выравнивается, становится действительно такой классный, нежный. Артикул 0744, она идет 50 мл. Мне ее хватает ровно на 2 раза, если я ее наношу от лба до декольте. И, конечно же, такую маску я берегу, зря ее не наношу. То есть я сначала все лицо скрабирую или делаю гамаш, а потом уже наношу такую вот хорошую масочку, да, просто вот действительно жалко ее тратить на неотшелушенные клеточки, да, в чешуйке мы с вами еще успеем помазать, а вот после скраба она просто действительно классно срабатывает, да. Написано, применяйте 1-2 раза в неделю, это получается, если 2 раза в неделю, то в неделю под такой маски, это 3 маски на каталог, ну, так много я, конечно, не беру, я ее заказываю изредка, но кожа, она действительно преображает, вы увидите, что она с вашей кожей вытворяет, вы просто будете в шоке, да, ну, если, конечно, есть у вас данные проблемы с этой кожей. Конечно, девчонкам до 25 я не советую такую маску, но вот мне уже 35, недавно, да, исполнилось 2 октября, и я хочу сказать, что мне она уже помогает, да, то есть, что она делает, так... Она, благодаря комплексу уникальных ингредиентов, омолаживающих компонентов, активизирует процесс регенерации, осветляет, придает коже тонус, усиливает микроциркуляцию. Да-да-да, все так и есть. И в результате кожа мгновенно выглядит более свежей и молодой, смягчаются линии морщин, стираются следы усталости, комплекс витаминов, антиоксидантов усиливает естественный защитный барьер эпидермиса. Маска идеальна для ухода за кожей любого типа, в том числе чувствительной. Да, вот такая вот классная масочка. Упругость действительно повышает. Повышает, и так не слабо. И такой идет стеклянный, стоящий такой красивый флакончик. Так, про масочку поговорили. Вот еще такие салфеточки заказала я. Вот, это детские влажные салфетки с экстрактом календулы, пантенолом, витамином Е, 0+, 15 штук. В прошлый раз я снимала про них обзор, меня спрашивают, зачем вы их берете с собой в торговый центр, для интимной гигиены ребенка. Я вам честно скажу, потому что антибактериальными салфетками делать интимную гигиену ребенка мне кажется не совсем нормальным, потому что все-таки это особенное место, да, которое...
как даже сказать, да, которым может быть и раздражение, и все зачем, да, то есть вот эти салфеточки как раз мы берем с собой в детский центр, мы не пользуемся общей туалетной бумагой, потому что ее берут все, я не могу такое позволить, да, для своего ребенка, ну, может, я чересчур чистоплотная, но я вот такая вот, да, их тут 15 штук, артикул 1704, примерно по одной пачке в каталог у нас уходит, я могу заказать 2, 3 и 10, чтобы не забывать про них, да, вот. Значит, они обладают успокаивающим действием на кожу, безопасны для чувствительной детской кожи, не содержат спирта и подходят с первых дней жизни. Вот именно такие я и беру для интимной гигиены ребеночка, да, в торговых центрах, еще где-то, да. То есть мне нравится, что у меня ребеночек вот пользуется ими. Аромат очень тонкий, нежный, еле уловимый. Далее, по ВИПу я взяла также, как и эту масочку, масочку кислородное сияние, маска Детокс. Она идет из красной глины, просто суперская маска, обалденная. Слов прямо нет, как она мне нравится. Вот, у нее немножко другое действие, да, то есть она именно выводит токсины с лица, делает цвет лица ровнее. Вот такая вот красоточка, тоже очень густая. Мне ее хватает от лба до груди тоже на 2 применения. Если на лицо, только на лицо наносить, то и на 4 применения может хватить. Вот, значит, маска на основе красной глины активизирует процесс детоксикации клеток, нейтрализует последствия агрессивного воздействия окружающей среды, сохраняя жизнеспособность клеток и продлевая им жизнь. А маска активно питает кожу, восстанавливает ее водный баланс, улучшает и выравнивает цвет лица. Баланс, так, активный комплекс запускает процесс увеличения количества особых субклеточных органелл, которые обеспечивают выведение токсинов и свободных радикалов из клеток. Ну, в принципе, это мне и надо. Да, то есть идет питание клеток, улучшение кровоснабжения, антиоксидантная защита, восстановление барьерных функций кожи, усиление действия всех активных добавок. Да, то есть вот тут идет эта вот как раз технология 4D Target, которая есть, в принципе, во всей линейке Axiology, без разницы, какой линейкой вы пользуетесь, если подписаны Axiology, то вот этот наш патент там есть. Вот, значит, это инновация лаборатории Faberlic, технология 4D Target, в основе которой идут кислородные дроны, обеспечивающие таргетированное воздействие на клетки кожи. В результате клетки кожи получают максимум энергии, кислорода, увлажнения и питательных веществ. Состояние и внешний вид кожи улучшаются день за днем, обеспечивая длительный видимый результат. Вот такая вот масочка. Так, сказала ли я ее артикул? А то много говорю, а артикул вот ведь посмотрите, где он, да? Так, там что ли? Нет, не там. Так, а правда, где артикул? Слушайте, даже не знаю, где артикул посмотреть. Скорее всего, тут вот, да? Ну-ка, давайте посмотрим. Так, 50 миллилитров. Ха, не могу найти. Так, ну ладно, что-то как-то даже нереально, почему нет артикула. А, вот, 0240, артикул 0240. Тоже стеклянная упаковочка, красивая, классная такая, недешевая. Вот, далее заказала универсальный жидкий спрей-пятновыводитель. Артикул 111-51. Ребенок начал ходить в садик, это просто кошмар, хоть манишку ей покупай, да, то есть пятновыводители отлично справляются, не раздражают даже ни кожу, ничего, да, то есть на пятно нанес, кинул в машинку, через 15 минут там на отложенную стирочку запустил или просто запустил через 15 минут, и пятна как не бывало. Пятна действительно хорошо выводятся, просто замечательно выводятся, вот, и очень-очень мне понравились. Закончились у меня дома все кондиционеры, уже 2 стирки я провела без них, поэтому заказала я аж 3 штуки, потому что все время, просто понимаете, у нас такой широкий ассортимент, что иногда забываешь заказывать элементарные вещи, да, которые действительно нужны в дом.
Вот, и так получается, что я решила заказать крок-стой, оно не испортится, хлеба не просит и израсходуется, в принципе, довольно так и быстро. Значит, ультракондиционер для белья, он идет с аромакапсулами, артикул, видите, весь одинаковый, просто я люблю, очень люблю этот аромат, хватает его типа на 30 стирок, но это действительно так, много не лейте, он концентрированный, получается, что... Ой, аромат будет ужасно сильный. Артикул 110-37. Аромат такой легкий, цветочный. Очень тут идет удобно крышечка, да. Вот такая вот, да. То есть добавили, вылили в машину, закрутили. И сама упаковочка у вас осталась целая. Потому что тут вот как раз стоит вот этот вот ограничитель для удобства пользования. Очень даже здорово, очень приятно. Вот прям взяла 3 штуки. Далее, значит, вот смотрите, еще 2 порошочка «Морозный день», о котором мы с вами говорили. Я сразу взяла впрок, потому что у меня еще мама приезжает, порошочек берет, поэтому я вот сразу же беру побольше. Вот, далее, а вот я даже еще 4 взяла, вот смотрите, 4 взяла кондиционера, а то заказывала всю одежду, и так получилось, что осталась я практически без средств. А вот, вот, кстати, по ВИПу еще, да, дополнения. Вот такие вот. Я могу брать по 2 продукта в каталог с 70% скидкой, потому что я более чем ВИП 18. Я уже серебряный ВИП. И именно с ВИП 18 вы можете брать 2 продукта с 70% скидкой от черной цены в разделе промо-акции, где идут все акции для ВИП-консультанта. И вот когда я там начала выбирать вот это все, да, то есть я поняла, что у меня 2 каталога я не забирала, да, 2 каталога я не забирала продукцию, не забирала вот эти вот маски со скидкой, и вот теперь я взяла 4 штуки, а то как бы эти привилегии хранятся 3 каталога, и потом они сгорают, да, то есть поэтому лучше забрать сразу все разом, чем потом жалеть, что вот у меня сгорело это дело. Далее, вот взяла такие вот я прокладочки, ну, у нас получается... В семье 2 девочек уже взрослых, да, и я взяла 3 пачечки по 10 штучек. Артикул 112-89, потому что нам двоим как бы, ну вот на месяц это в принципе нормально. А, ну, не всегда, конечно, все мы не израсходуем, но на всякий случай, чтобы было, вдруг забуду в следующий раз заказать, потому что сейчас у нас осталось, по-моему, 3 штучки. А что могу сказать про эти прокладки, девочки? Они... офигенные. Это такое качество. Вы весь день будете чувствовать сухость. Вы не будете понимать даже, как они наполняются, каким образом. Артикул 112-89, 10 штук. Они делают просто невероятные вещи, потому что в них, у них еще есть анионовый чип. Да, и вот все, что тут написано, это вот прям чистой воды правда. Они дышащие, они действительно дышащие. Никакого парникового эффекта у вас с них не будет. Они не только стоят этих денег, они действительно дешевы вот для такого качества. Вот когда их сняли с производства на перевыпуск, я вам скажу честно, я... купила прокладки Always, даже вот, знаете, зря их не взяла с собой сейчас, да, они классные, они крутые, там 4 капли ночные, да, хорошие такие прокладки добротные, но я вообще, я вот месяца, наверное, 3-4 подряд я действительно мучилась с этими прокладками, потому что ой, ну вот если честно сказать, там вот такой ее сильный парниковый эффект идет, что просто жуть. Вот эти прокладочки, они просто классные. У них, во-первых, отличная впитываемая способность и просто вот 5 с плюсом им, да, так, дышащие. Да, то есть тут идет мягкая воздухопроницаемая поверхность, которая защищает кожу от раздражения, легко впитывает влагу и не выпускает ее наружу. Да, ощущение сухости, ощущение, что ваша кожа дышит.
будет даже при значительных выделениях поверхность остается сухой. Это действительно так. Далее, значит, тут идет еще заложенная инновация. Это дополнительные бортики по краям гарантируют максимальную защиту от протеканий. Но это не столь суть важно. Вот важно это как раз то, что они дышащие и имеют анионовый чип, который обладает естественным антибактериальным и дезинфицирующими свойствами, благодаря которым предотвращает появление нежелательного запаха и идет без добавления химических антибактериальных компонентов, потому что анионовый чип, он сам по себе антибактериальный и безопасный. Вот, он еще говорят, что настроение повышает, да, что-то вот типа этого. Далее, значит, оптимальная форма и инновационный абсорбирующий гель обеспечивают отличные впитывающие свойства, может впитывать до 100 мл жидкости с полным поглощением. Далее, значит, удобная герметичная упаковка с клапаном, а также индивидуальная упаковка, предотвращающая попадание пыли на прокладку. Легкий аромат зеленого чая дарит ощущение свежести. Суперские прокладки. Давайте с вами одну распечатаем. Да, это уже последнее, что я вам покажу, потому что уже полчаса разговариваю. Ну, просто невозможно. Мне хочется о каждом продукте рассказать больше, потому что продукты действительно крутые. Те, которые, да, вот, ну, вот этот я еще как бы не испытала на практике, да, просто вам представила, да, в пустых баночках обязательно про него расскажу. Вот такая вот крутая новинка. Вот. А прокладки я уже, конечно, ими пользуюсь не первый год. Они великолепные, да, то есть вот такие вот прокладочки. Они не маленькие, не большие, не суперские, они очень мягкие, неприятные, никакой резины тут нету, да, то есть вот эта штука, она очень сильно клеится, хорошо приклеивается, они не отпадывают, да, то есть все прям идеально. Вот как раз вот этот анионовый чип идет с тумеринчиком. Действительно, когда я ее распаковываю, чувствуется очень такой нежный, легкий, тонкий аромат зеленого чая, то есть, ну, все прям для нас. Девчонки, прокладки просто офигенные, просто суперские. Поэтому я прям даже вот, да, линейка Story de Amour идет, да, вот это вот с сердечком наше. Я могу сказать вам, что заказав их один раз попробовав, ну, кстати, они половинчатые баллы идут, но один раз попробовав, вы уже на них подсядете, вы не захотите никакие другие. Ну все, мои дорогие, спасибо. Треть заказа я вам показала в этом ролике. Ждите следующий ролик, если вам было интересно. С вами была Коннова Аня, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых, надеюсь, интересных для вас видео. Пока-пока!